Что за соревновательный процесс был? То есть сначала вы разминались, потом... И такая разминка была плотная. Ну, вначале мы играли на ползоны. Четыре команды определяли, какие команды будут на большую игру, на основную. Определились. Нам немножко повезло, мы играли зелеными. Выиграли. Наказание не получили, довольны. Сплотились за короткий срок и победили. Как ты играл? Не знаю, надо у ребят спрашивать, точно не у меня. Ну, какой счет в итоге? 3-1. Спасибо, успехов. Да. До пятницы. В пятницу еще одна битва. Да, надо ее тоже побеждать, заключительную.